Всем привет! Вы на канале Рамит, с вами Настя, и сегодня рубрика «Просто о сложном», где мы пытаемся повторить мишленовские рецепты. Сегодня будем готовить очень простое, но в то же время вкусное блюдо от шеф-повара Фриджит Гапитанана из Сан-Франциско. Этот шеф-повар готовит немало кулинарных шедевров, но сам предпочитает на ужин обычные куриные шашлычки, хотя все-таки у них есть своя изюминка, и она в маринаде, который в то же время является изысканным соусом. Мы это приготовим в своем рамидовском исполнении и придадим еще большую индивидуальность. Для маринада нужно выжать сок из одного лимона. Мы воспользуемся нашей насадкой для выжимки сока из цитрусов. Пусть имбирно-чесночная паста пока настоится, а я нарежу куриное филе на кубики. Для маринада Шриджит предлагает также смешивать греческий йогурт с индийской специей гарам масала. У нас кое-что есть в цельном виде из этой специи, кое-что в перемолотом. Я предлагаю все целое измельчить в мини-блендере, и у нас получится гарам масала собственного производства. И теперь наш шеф-повар предлагает покрыть этим йогуртом мясо и оставить его на час. Но я бы ему сказала: Шриджит, ты вообще о чем? Уже кушать хочется. Какой час? У нас ведь есть вакууматор. Ты вообще о таком слышал? А вы слышали про вакууматор? Если еще нет, тогда вам стоит знать, что для этого рецепта мы будем мариновать всего лишь 15 минут шашлык с помощью вакууматора вместо часа. Чтобы в эти 15 минут не скучать, пока маринуется мясо, нарежем салатик. Мясо замариновано, салатик нарезан, пусть стоит, настаивается, ну а нам пора нанизывать мясо на шампура и зажаривать. Шампура взяли из комплекта дополнительных аксессуаров к аэрофритюрнице. Ну а для жарки взяли аэрогриль Рамит Модерн. Будем жарить на режиме мангал. Почему мангал, по-моему, очевидно, на нем даже нарисован шашлычок. У нашего шефа еще мариновалось бы мясо, а у меня уже готов шашлык. Так что учись, Шриджит, готовить не только вкусно, но еще и быстро. У меня весь процесс занял 27 минут, и я нажала всего лишь одну кнопку. Пора уже и пробовать. Это очень вкусно, мягко и сочно, несмотря на то, что это куриное филе, в котором мало жира. Мы просто взяли правильный рецепт от профессионала и идеально подходящую технику, получили здоровый и вкусный тандем. Если вы очень любите именно куриный шашлык, но хотите, чтобы он был посочнее, пожирнее, берите филе куриного бедра. В нем больше жира, и он больше подходит для аэрогриля с технологией 3D обдува, где выделяемый жир запекается в румяную корочку потоками раскаленного воздуха. Но лично я довольна и шашлыком из куриного филе. У меня получилось все так, как я и хотела. Поэтому повторите этот рецепт, и вы сможете сказать, что вы умеете готовить как шеф-повар мишленовского ресторана. Пишите нам в комментариях, что у вас получится. Ставьте лайк за вкусный рецепт. Подписывайтесь, чтобы получать такие еще. С вами была Настя. Воплощайте мечты в реальность вместе с Рамит. Всем пока-пока.